сказать, долгие или недолгие 5 лет студенчества. Наверное, вы все помните, что когда на сцене малого зала консерватории вас также приветствовали члены ученого совета, напутствуя на эти 5 лет и желая вам добиться как можно больших успехов за годы студенчества, мы предупреждали, они очень скоротечны, эти годы. И очень радостно, что для вас они были наполнены глубоким смыслом, большими достижениями. И что сегодня мы вас уже напутствуем на другом этапе вашей жизни, жизни уже свободного полета, когда вам очень многое дано в этих стенах, благодаря вашим замечательным педагогам, когда вы уже имеете опыт сравнений, и мир открылся для вас на студенческой еще скамье. И поэтому сегодня та радость, которая объединяет всех нас, и тех, кто вас учил, и вас, учившихся у своих замечательных учителей. Вы, именно вы, подводите вот эту черту в жизни консерватории, 150-й раз пересекая дорогу, которая будет теперь вашей самостоятельной дорогой. Но, разумеется, ничего не ограничивая ваших связей с Московской консерваторией. И общество «Альма-Матер», общество выпускников Московской консерватории теперь становится вашим, собственно говоря, билетом для любого возвращения в консерваторию в любом качестве. Будь то ассистентура, стажировка, аспирантура, будь то мастер-классы, будь то выступление в цикле концертов возвращения. Тут очень много возможностей для того, чтобы вы не потеряли связь с консерваторией. И я не сомневаюсь, что вы ее не потеряете. Прекрасный день. Знаете, себя переполняет чувство. Я счастлив, что я нахожусь сегодня на этой сцене. На сцене для каждого из нас это главная сцена нашей жизни творческой. На этой сцене, где играли Сафраницкий, Вигаус, Горовец, Рубинштейн, Давид Ойсберг, Рихтер, Ростропович. Здесь пели Лемешев, Козловский, Долуханова и Вишневская. И в этот день, в день 150-летия выпуска Московской государственной консерватории, я хочу попросить вас принять дар, принять гравюру неизвестного мастера французского конца 18 века, который называется Моцарт, который последний день Моцарта, который слушает реквием. И я счастлив, что эта картина, которая долго принадлежала мне, будет находиться в этом здании. Если это будет частица моей души, моего сердца, я счастлив. Я хочу вам пожелать добра, мира, благополучия и, конечно же, творческих успехов, потому что для музыканта самое важное – это творческий успех. Я вас люблю. Спасибо вам. Вы лучше не потому, что кто-то из вас лауреат, а кто будет лауреатом. Вы другие. Вы по-другому видите мир. Вы по-другому его слышите. Время, когда вы закончили играть, либо выступать, и когда еще не начались аплодисменты, люди этого не понимают. Вы это понимаете. Вы ювелир своим искусством. Мы не спонсоры, мы не партнеры. Я надеюсь, что мы в дружеских отношениях, я прав? И те произведения, которые мы делаем для лучших из лучших, это маленькая часть того, чего достойны каждый из вас. Вы лучшие. Спасибо вам за тот опыт, который мы с вами могли получить, общаясь с вами. Спасибо за ваши знания, спасибо за помощь, поддержку и теплые слова, когда они были нам необходимы. А мы, в свою очередь, обещаем нести звание выпускника Московской консерватории с честью и достоинством. Спасибо.